Гуманитарно-социальный институт в Краскове успешно прошел аккредитацию образовательной деятельности сроком на 6 лет. Уже в этом году выпускники вуза получат дипломы государственного образца. Об этих и других нововведениях нашему корреспонденту рассказал ректор учебного заведения Андрей Логинов. Получение свидетельства о государственной аккредитации – большое достижение для сотрудников и руководства Гуманитарно-социального института. Этот документ, по сути, подтверждает высокий профессионализм преподавателей и говорит о том, что вуз соответствует всем новым образовательным стандартам. До настоящего времени студенты, окончившие ГСИ, получали диплом установленного образца. Теперь перед выпускниками этого учебного заведения открывается больше возможностей. Во-первых, так сказать, нет никаких ограничений для занятия различных должностей в государственном секторе, значит, квалификационных нет ограничений. И, конечно же, диплом государственного образца, он, безусловно, высоко котируется на рынке труда. На этом планы на дальнейшее развитие института не заканчиваются. На данный момент появилась востребованность в аккредитации и других образовательных программ. Мы хотим долицензировать ряд новых интересных, так сказать, программ, таких как право и судебное администрирование, страховое дело. Эти программы очень востребованы в настоящий момент на рынке труда. И, значит, доаккредитовывать еще ряд образовательных программ, которые уже у нас есть в лицензии, там земельно-имущественные отношения, преподавание в начальных классах. Гуманитарно-социальный институт функционирует на территории городского округа Люберцы уже 17 лет. ВУЗ готовит высококвалифицированных специалистов на разных уровнях подготовки, начиная от колледжа и заканчивая аспирантурой. На этот раз путевку в жизнь получат 179 человек. 8 июля впервые за историю института студенты получат дипломы государственного образца. Луиза Егиазарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.